Ну, Ксюш, мне кажется, Ашот был явно к тебе неравнодушен. Ну, наверное, просто я делала что-то не так, вот и современные гадания мне не помогли. Так что Ашот не в счет. Кстати, ребята, помните, я в начале передачи говорил о том, что Старый Новый год – это также повод для различных праздников, концертов и вообще любой активности. Так вот, студия 512, небезызвестная вам, дорогие телезрители, а также Мише и мне, организовала на Старый Новый год праздничный концерт, который так и назывался «Старый Новый ход». Вы знаете, ребят, у меня есть предложение посмотреть сюжет о том же, чем все-таки артисты радовали своего любимого зрителя. Да, давайте смотреть. Ну что, друзья, мы в концерт-холле «Юность». На концерте студии 512 «Старый новый ход». Организаторы обещают массу эмоций и впечатлений. Зал пока что полупустой, зрители собираются, ну а мы в ожидании начала концерта. Вы знаете, я уже начала волноваться. Зал почти что полный. Уже начало восьмого, должно быть начало концерта. Как бы, но ребят все нет и нет. Может, этому есть какое-то объяснение? Как объяснил ведущий концерта Юрий Тазарачев, главные герои мероприятия уехали на выступление в другой конец города по неправильной наводке. Но Юрий не растерялся. Организовал народное караоке, так сказать. Вы начнете? Нет, я боюсь вас. Кто? У вас лицо пока нет. Прошла. Прошла. Звездный поступ Юрий. Красавчик, аплодисменты! Слов и чисел простота, забери меня в свой дверь, эту линию уголи, целовать последний раз. Задействовал певцов, танцевальные коллективы. Все почти уже поверили, что на сцене была настоящая группа «Рекорд Оркестр» со своим хитом «Лада Седан». Хочешь сказать, что это рекорд оркестр? Ребята, вы рекорд оркестр? Ну почти! Что значит почти? Кто вы? Ну, мы круче! Мы эти братья Рустамовы! Какие братья Рустамовы? Не слышал этот хит? А ты кто такой? Давай до свидания! Ты кто такой? Давай до свидания! Ты кто такой? Давай до свидания! Спародировать кого угодно! Вот хотите цветок? Нет. Дитя на сцене! Добрый вечер, Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые дитя! Здорово, господи! Здорово, сестра Кристал! Сумели что это срать? Черт, точки там срать? Похож? Вообще не похож. У него даже борода своя. Вот просто ради интереса, вы кто? Кто мы? Да. Может, кто он? Кто он? Он Виктор. Павлик. Почти! Виктор Яник! А мальчик едет в Ростов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-чики-ка. Мальчик хочет в Ростов, на первом пути не навсегда. И не летят туда ни самолеты, и не ездят поезда.
Ты не летят, это не самолеты и не ездят Интерпол. Чего только не выдумывал Юра, пока наконец-таки не появились наши незаменимые артисты. Усим привет! Мы выступаем, мы силы на вас шикаем. За свято вас мы приветаем. Скажу вам по секрету, еще до выхода ребят на сцену я успела пробраться к артистам и пообщаться с одним из опоздавших. Задумали такой концерт устроить для николаевцев на старый Новый год, только гремели новогодние праздники, подумали, почему людям не устроить еще один в канун старого Нового года. Студия 512 на базе концерт-холла «Юность» собралась, пригласили наших друзей из Херсона, хорошие николаевские коллективы, и решили подарить просто людям праздник. Ожидать хорошего позитивного настроения и веселья. Студия 512 с достоинством, с немалым запасом шуток и задорным настроением внесла еще больше позитива и ощущения праздника в этот замечательный вечер. По вашему мнению, старый Новый год такой же значимый праздник, как и первый? Просто многие забывают о нем. Вы знаете, на самом деле это, конечно, всего лишь какой-то определенный символ. На мой взгляд, это просто еще один повод людям встретиться в хорошей дружеской обстановке и посидеть, поговорить, получить позитивные эмоции друг от друга. А что пожелать на старый Новый год? Чтобы Новый год был хорошим, был добрым, позитивным, побольше эмоций, веселья, любви, чтобы люди относились друг к другу хорошо, радовались, веселились, смеялись. Тогда все у нас будет хорошо вообще. Передай привет маме. Привет маме – это святое. Ну а концерт действительно удался на славу. Ну что, если не кривя душой, как тебе новая соведущая? Смотри, вот мне все понравилось, кроме вот Ксюшиного сюжета. Мало меня там было, вообще не было. Да, я согласен, меня не было. Тебя не было на концерте, поэтому... А надо было домонтировать, да. Отснять отдельно. Ничего, она молодая. Я думаю, что научится. Да, с опытом. Если что, то просто как с предыдущими. Это ж да. Так, сегодня есть, завтра нет. Мы-то. Да, ребят, а ничего, что я здесь? Да ничего. Да, ничего, мы не стесняемся. Ладно, если серьезно, то как для тебя прошел твой первый эфир? Какие эмоции? Вы знаете, немножечко было волнение, особенно когда сидела на этом диванчике с Мишей. Я тоже тут волнуюсь возле Мишки. Скажи, ты нас не покинешь после первого эфира? Ты знаешь, сейчас я как раз об этом подумала. Если ты мне дашь эту бабочку, то на следующем эфире буду с вами. А потом это. Хорошо, тем более, мне кажется, конкретно к этому твоему одеянию бабочка будет просто подчеркивать. На два эфира у нас будет ведущая. Потом надо будет искать бабочку. Потом купите еще чего-то. Видишь, как там пойдут галстуки, рубашки. Слушай, с точки зрения маркетинга. Да, с точки зрения маркетинга все правильно. С точки зрения журналистики ты сразу говоришь о коррупции. Да. Извините. Поднимает остро социальные проблемы. Видишь, уже как-то выглядеть. Да, но на самом деле мы считаем, что ты справилась. И, в общем, все. Теперь в передаче «В городе 512» будет хорошо. Друзья, любите, жалуйте, наша новая соведущая Ксения Стужук. На сегодня мы вам говорим спасибо, до свидания, друзья, и мы обязательно с вами еще увидимся в следующих выпусках, потому что этот год обещает быть плодотворным. До новых встреч! Увидимся ровно через неделю!